Привет всем любителям лего-игр, с вами Юрчик Плей. Мы продолжаем проходить игру Lego Harry Potter Years 1-4 или Lego Гарри Поттер года 5. Блять, какие 5 нахуй? Первый по четвертый. Поехали, у нас продолжение истории. Поехали, сохранение игры, естественно. И поехали. Кстати, должны эти черные полосы, ну, стать их поменьше, так сказать, больше, шире экран должен быть. Я отключил это полноэкранное отображение, нахуй не надо, там как бы оно сужает. Так, если нуждаешься, хочешь посетить олива, каких-то оливадерсов, зачем мне их посещать? А, туда магазинчик какой-то. Что мы там купим? Интересно, что мы там еще можем купить? Пошли. Так, главное не нажимать на экран, если будет касцена, потому что если нажму на экран, то она пропустится, это логично. Поэтому нужно быть аккуратнее. Аккуратнее. Вдруг будет касцена. Кто знает? Никто за этим не застрахован. Да кто ты? Я просто мой первый... Да что? Что значит вонд? Я надеюсь, я не... Короче, ты надейся. Надейся к чему там. Так. Опа! А, нужно у него купить что-то. Давай. А, мистер Поттер, возьми. Да вонд, это палочка или... Может, это палочка переводится? Как палочка? Палочку и увидеть костюм тебе. Чего? А, да, это палочка. Вонд, это палочка. Окей, берем. Вот теперь я знаю, как переводится палочка на английский. Wand. Беру. Просто посмотри, если ты сможешь растение... А, растение смогу что-то там... Короче, поколдовать, чтобы растение... Что-то стало с растением. Давайте. Давайте попробуем. Ну, давай. Нихуя себе, ты что творишь-то? А, то есть палочка не подходит. О, дорогой, там, короче, не подходит тебе палочка. Возьми другую, попытайся что-то... Так, возьмем другую палочку, да? Типа, другую. Другую возьмем, потому что это ему не подходит. Каждая палочка подходит к определенному, так сказать, человеку. Берем эту, хорошо. Идем обратно, хорошо. Идем. Какая-то игра отвратная. Тут просто такая графика хуевая. Нахуй я в нее играю. Так, это Б. А что значит Б и А? Чем отличается? О, нет! Короче, не подходит палочка, пошли новую искать. Или подходит? Не подходит. Не подходит, хорошо, следующую. Следующую. Они тебе что, по полу, что ли, валяются? Ты вообще следишь за ними, блядь? Постоянно по полу у тебя валяются. Я понял, пошли. Ну, на полах, блин, там не было палочки. Почему она там опять появилась? Точнее, опять, а просто появилась. Откуда? Так, на букву А или Б, я не пойму. Б. Нажимай. Ты дышь, получилось, бля. О, можешь ты палочки отдать мне... Чего? Две палочки? Чего, бля, две палочки? Чего, бля? Чего, бля? Чё нахуй? Так, давай, зайдем. Я предлагаю тебе взять эти... сейчас вот эти вот текстовые книги, мистер Поттер. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, идти обратно, окей. Так. Так, 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 хорошо. Куда идти теперь? Туда идти. Идти туда. То есть нужно что-то еще купить или что? Еще нужно что-то купить? Ты дышь, на, сука. На, сука. Так, пошли. Так, это новый магазинчик. Здесь я буду покупать что? Monster Book. Monsters. Короче, книги у него надо купить, пошли. Ты не можешь помочь? Так, давай. Да не буду тебе помогать, иди в жопу. Че тебе надо помочь? Иди в жопу. Помогать тебе еще там надо, сука. Какая ты сука. Давай. А, вот в чем дело, окей. Хорошо. Поколдую без проблем. Так. Давай. У-у-у, страшно, сука. Страшно, бля. Ути-тю-ти-тю-тю-тю-тю. Тутура. На-на-на, давай. Да давай ты, сука. Чини ему, блядь. Зачем я тебя чуть уборщицу шлю, убирать шлю? Вообще, что ли, охренел? Охамел, бля. Да, я не туда. Чё мне тут заставляет? Зачем мне заставляет что-то убирать? Я вот этого не пойму. Так, давай, убирай. Быстрее, Поттер. Быстрее, Гарри Поттер. Так, и вот это осталось. Давай. Красава. Так, мне можешь... если напишите в комментариях, если голос... Это не голос. Звук игры слишком тихий, то напишите об этом в комментариях. Я его прибавлю посильнее в следующий раз, чтобы было, так сказать, нормально. Так, или слишком громкий, вдруг он. Так, ты... Короче, книги... Короче, забери книги. Короче, спасибо. Я не знаю, что он сказал. Так, короче.
Он мне дал книги. Так. Хорошая работа! О, нуждающийся... Робс? Это что такое Робс? Робс. О, дорогой! Это эти книги... Как? Книги монстров. Эти книги плохие. Пошли, давайте их убивать. На, сука. Хуели, блядь. Не иди в жопу. Слышь, иди в жопу. Красава. Так хватит кусаться. А что они тут делают, блядь? Их тут не было. Какого хуя они тут появились? Так, хорошая работа. Чё за робс? Это что? Купить роб. Какой роб? Что такое роб? Что это за роб такой? Не пойму. Так. Тин-тин-тин-тин. Роб, блядь. Давай. Давай купим роб. Пойдём. Пойдём купим роб. Так. Привет, мистер Поттер. Ты нуждаешься в этих робсах в Хогвартсе? Ну да. Чё за робы, блядь? Я не пойму. Что это нахуй? Что такое роб? Ты чё, охуел, что ли, старуха? Ну-ка ты скажи мне, что это такое. Чё ты от меня хочешь? Там роб... блядь. Какой нахуй роб? Я не знаю, что это. Короче, на лестнице роб посети, короче, какую-то комнату попытайся. Да я пошёл, всё, давай, старуха. Пошли. Поговорить с мадам... Я с ней поговорил, охуели, что ли? Я с ней уже поговорил. Хэм, робсы. Да какие робсы? Ты что это вообще, блядь? Это костюм? Вау, это потрясающе, Гарри. Иди поговори с этой ёбнутой мадам Макин купить, чтобы эту хуйню. Это типа одежда, Хогвартс одежда, называется роб... Короче, не знаю, что. Назвали бы, я не знаю. Ну, я не знаю, что, почему. Короче, замечательно. Perfect, пойдём. Пойдем отсюда. Так, о, я что-то там забыл. У меня для тебя есть подарок. День рождения, Гарри. А, у него день рождения? Окей. У него день рождения. Короче, животные помогут тебе найти... Короче, животное я тебе дарю, блядь. На тебе. Когда ты... Чего? Это он говорит? Кто-то говорит, блядь. Чё надо-то, сука? Животное, вот, блядь. Сова, нахуй. Он ему подарил сову, я помню. Попытайся найди какой-то предмет, когда ты, твое животное нажмет, стартует, начнет. Короче, ты нуждаешься в положи... Короче, не мне, я не... У меня нет домашнего питомца со мной. Чё нахуй? Чё несёте, блядь? Чё мне делать? Где задание, нахуй? Чё мне делать? Не пойму. Что мне делать? Что мне делать? Как мне быть? Я не знаю. Сюда идти? Мне скажите, куда мне идти, блядь? Почему не увидеть, найти... Чё там надо, блядь? Чё там надо? Это чё, свет? Что это? А, нужно найти сову, что ли, блядь? Замечательно сделано, Гарри. Да давайте уже искать. Чё надо? Сову ёбнуть или что, блядь? Что надо делать? Так, хорошо, нужно ёбнуть сову. Где она? Я тебя найду, сука, сова, блядь. Ебаная сова. Чё мне делать-то? Куда идти-то, блядь? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ты чё, охренёшь? Иди нахуй. Нихуя себе подозрительный тип. Да куда мне идти-то? Да чё ты, блядь, толкаешься? Заебал меня. Так, сюда надо или нет? Это надо? Может быть, это надо, серьезно? Хотя я не знаю, зачем, ну да ладно. Зачем это надо? Так, идем. Ты, блядь, прыгнешь, слышь, сука? Ты, блядь, прыгни, слышь? Да, блядь! Прыгай, бля! Ну, не умеешь прыгать. Я не пойму. Чего они от меня хотят, блядь? Найти сову, нахуй. Найти сову. Где я, блядь, вам найду сову? Вы охуели. У меня не ебите мне мозги, пожалуйста. Уже, блядь, 10 минут записываю, не могу понять. Не могу понять, блядь, где чё. Этот Хагрид меня заебал. Где я вам, блядь, найду... Опа! Опа, красава. Куда ты пошёл, блядь, Гарри? Слышь, нахуй, возьми красный блок, ебалом бабля. Чего ты, чё, охуел? Ты нахуя...
Ты возьми, блядь, красный блок, слышь, сука. Возьми красный блок, мразь. Ты думал, сейчас уйдет нахуй, все. Так, куда идти? Так, судя по всему, сюда. Туда, туда, туда. Идем, идем. Идем. Мы идем туда. Да-да-да, не трогай меня. И ты тоже. Да дай пройти, что, блядь. Какие же все такие суки. Че тут стоишь, смотришь, на кого ты смотришь, долбоеб, что ли? Идем. Идем, идем. Сюда. Окей, пришел. Я прошел? Какой себе, как быстро эта игра проходит. Это прям за несколько... 10 секунд, 11 секунд... Блядь, каких секунд, минут? Я прошел. Окей, хорошо. Замечательно. Вот мне эта игра нравится. В общем, с вами был Юрчик Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, там хуёльчик, короче, что-то там делайте. В общем, с вами был Юрчик Плей. Всем пока.